Всем привет! На связи Артем Абрамович и канал Финты Вордпресса. В этом видео будет короткий лайфхак, как попасть в админку, если вы сменили ссылку и забыли ее. Такое бывает при настройке плагина All-in-One Security. Показывать я буду все на многострадальном сайте Handiwork Live. Смотрите. Завожу штатную ссылку, да? И попадаю на 404 страницу. В принципе, так и должно быть. Ссылка сменена. Как ее вспомнить-то, да? Как это, как обойти? Ну, самое главное, не паниковать. Можно, конечно, отбэкапиться, откатиться по бэкапу на старую версию без настроек. А можно сделать по-другому. Смотрите. Захожу в файлы сайта. Нахожу, где у меня находится этот плагин, да, вот он плагин. Я его просто переименовываю. В данном плагине вот этот функционал реализован через функцию. Соответственно, когда мы отключаем плагин, если папку переименовать, плагин автоматически отключится. И тогда я могу спокойно по этой ссылке попасть в админку. Да, видите. Заходим в админку, и у нас все нормально, да? Соответственно, теперь надо подключить обратно плагин, обратно его переименовываем. Обновляем страницу админки и уже смотрим, какая у нас ссылка задана. Да? Ну вот она у меня здесь есть, естественно, я ее поменяю, чтобы на видео не было. Вот такой вот короткий такой способ попасть в админку, если вы вдруг поменяли ссылку и забыли. Если есть у вас другие варианты, пишите в комментариях. На этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.